Peace. Здравствуйте на канале Шалим в крипте. Сегодня мы будем шалить и зарабатывать криптовалюте абсолютно без вложений. Довольно-таки интересная игрушка есть, в которой мы можем заработать до 1 миллиона долларов абсолютно без вложений. Ребят, как всегда, лайк, комментарий, пост, подписка вознаграждается в виде трончиков за то, что вы делаете лайк, комментарий, пост и подписку. И отсылаете это все в нужный чат, который есть под каждым видеороликом. Точно так же у нас есть телеграм-канал, где я публикую различные способы заработка, как с вложением, так и без вложений, аирдропы, дропы, free-to-play, play-to-earn и много-много другое. Все, что есть в интернете, заработков, я стараюсь здесь публиковать, ребят. Так что буду рад вас видеть здесь, в данном телеграм-канале. Итак, ребят, переходим по ссылке в описании, попадаем на вот такую вот игрушку, которая называется Guide of Guardians. Игрушки уже около 2-3 лет. Она все-таки все больше и больше развивается. Играть можно на смартфоне, то есть на Apple или же на Google Play. То есть все, грубо говоря, банально просто iPhone или же Android. Ребят, сейчас я откачаю данную игрушку и буду уже снимать со своего смартфона данную игру, как это все выглядит. Также в них есть вот такой данный ролик. Вот, довольно-таки интересная игрушка. Полу-RPG-шная. Сейчас буду в скором времени показывать. Ну а пока мы посмотрим с вами вот такой вот видеоролик от данной игры. Как видим, человек якобы мы путешествуем, будем развиваться. Здесь можно фармить как и шмот, так и, грубо говоря, делать своих героев NFT-шными. Все банально просто, сложного ничего не будет. Все как всегда, играй и зарабатывай. Конечно, один единственный минус, что нам нужно будет двигаться по лидерборду. И, естественно, об этом все зависит. Итак, ребят, скачиваем данную игрушку, нажимаем установить. Как мы видим, она весит 593 мегабайта, что есть довольно-таки очень немало, так что рассчитывайте возможности своего смартфона. Итак, нажимаем играть. Сейчас загрузит данную игрушку. Итак, начинается загрузка данной игры. Как мы видим, есть некоторые вставные ролики. Итак, нажимаем Tab to Start. Ну и понеслась, как говорится, везде сюжетная линия есть. Дается базовый такой герой. Нажимаю Fight, то есть бой. И у нас начинается боевка. Наша задача это будет продвигаться по сюжетной линии. И сейчас мы будем выбирать, как говорится, наше имя, я так понимаю. Тут здесь все прописывается. Ну, я не люблю вот эту всю тему читать. Победа, само собой, кто бы сомневался. Мы же красавчики, елки-палки. Так, получаем. Я так понимаю, это игровая монета. Итак, у нас есть, дается нам возможность получить некоторого героя, або танка, або саппорт, да. То есть мы выберем, скорее всего, выберем с собой танка, потому что он, грубо говоря, будет стоять в первой линии, как всегда во всех игровых моментах. И, грубо говоря, будет основно принимать на себя весь урон. Итак, дальше нажимаем тоже боевка. Все, как видим, так оно и происходит. Что он принимает весь урон на себя. Она стоит в другой линии, так как она маг. И появляются некоторые способности. Мы нажимаем сюда. Вот, как видим. Все, победа, все отлично, все есть. Ну и проходим дальше. Итак, следующий момент, который нам дадут. Есть вот легендарный, есть эпический. То есть выбираем уже, что нам более всего подходит, как говорится, да. То есть или снижение урона, например, или же восстановление жизни. Ну, возьмем снижение урона. Итак, легендарка все-таки, окей. Проходим дальше. Итак, ребят, вот мы зашли в данную игрушку и нужно первым делом ставить реферальный код. И сейчас расскажу еще почему. Нажимаем на ваш аватар, потом Settings и нажимаем вот здесь вот реферальный код. Вот, да, и сюда мы, естественно, вбиваем наш реферальный код и нажимаем Confirm. Итак, ребят, после того, как мы вбили наш реферальный код, нам откроются ежедневные квесты, которые вот здесь вот в самом низу.
открывать нужные квесты, которые дают нам бонусом различные тоже всякие плюшки. Поэтому я вам рекомендую не предлагать. Все, это дело. И дальше продолжаем мы играть. Итак, у нас есть... Ребят, сейчас я покажу некоторую сюжетную линию, то есть как самое-самое начало, а в дальнейшем покажу, расскажу в данной игре, что и где находится, чтобы вы понимали, как происходит сам по себе фарм. Вот, это скорее всего, что вот такой вот босс появляется. Вот, и все, как мы видим, нужная помощь там, и так далее, и тому подобное. Все, босс, все отлично. Ну, уже по героям уже намного больше. Ну что ж, здесь все банально просто. Нажимаем опять бой. Нажимаем опять суперспособность, какая есть. Я прокладываю абсолютно по всему, что только есть, да. То есть, потому что нужно чем побыстрее зафармить данного босса. Прорисовка и графика довольно-таки очень интересная. Играть можно. Все прикольно. Вот. Все, в принципе, понятно, даже интуитивно, не знаю английского языка. Но самое главное, что, как говорится, получить удовольствие и зарабатывать. Вот. Пока турнир в данный момент проходит и будет идти по 19 июня. То есть довольно-таки времени еще куча, так что можно, в принципе, играть, продвигаться по лидерборду. Точно так же их уже персонажи, как NFT, тоже продаются. Можно купить, некоторые стоят по 4 бакса, некоторые стоят по 10, по 20 и так далее, тому подобное. Все как везде, в принципе. Итак, ребят, дальше. Следующий такой немаловажный момент, как мы видим. Все у нас получилось, все хорошо. Даже поднятие у нас опыта. Есть вот такие вот рубины. И сейчас мы будем открывать с вами вот эти вот боксы. Да? То есть мы тапаем. Открывается свиток, и открывается у нас еще 10 тысяч золота, да, то есть внутри игровой монеты. Итак, с танком тоже что-то разговаривается. Постепенно будем все открывать. Итак, нажимаем гайд. Здесь на самом деле очень все зависит от того, ребят, насколько и какие нам выпадут потом персонажи. Чтобы мы могли, как видим, да, вот есть свитки, которые дают возможность крафта, увеличение урона, левела и так далее и тому подобное. Ну и точно так же есть здесь у героя вот первая или там 5 звезд, вот, и это зависит от этого редкость, да, то есть, как говорится, все банально просто. Так, дальше, что нам нужно будет делать? Ну, нажимаем Adventure и начинаем проходить нашу сюжетную линию. Нажимаем сюда. Все, как мы видим, что мы получим за босса. Все абсолютно все понятно. Ничего сложного на самом деле нет. Сюда мы ставим наших вот этих вот, как мы видим, воинов, которые у нас есть, будут тоже постепенно открываться. И, естественно, уже с собой там будут и игровые, как говорится, да, моменты. Что еще плюс к этому всему, что там будут, скорее всего, тоже запасные некоторые от нашей герои. Ну а пока мисс есть так. Итак, после каждого боя будет выпадать вот такая вот возможность нам что-то получать, да, то есть. И, естественно, мы получаем как и опыт, так и какие-то там бафы, там увеличение урона, защиты, хпшки, хилы и так далее и тому подобное. Все банально просто. Итак, тоже нажимаем старт. Ничего сложного на самом деле тоже нету, как мы видим. Сейчас мы будем проходить с уровня в уровень. Все дальше, дальше будем с вами продвигаться. Итак, в общем, пока я приостановлю видео данного ролика, потому что не вижу смысла разговаривать ни о чем. Уже как дойду к чему-то еще новому, я обязательно включу запись. Итак, ребят, вот дошли мы к некоторому такому боксу, смотрим, что нам выпадет. Выпал топор и плюс выпал еще рубины. То есть по ходе игры тоже нам будут выпадать данные рубины, с помощью которых мы можем довольно-таки даже получать данный герой. Итак, ребят, вот мы уже дошли к данному боссу и сейчас будем сражаться уже вдвоем против вот такого вот нашествия, как видим, скелетов, да. То есть все банально, довольно-таки интересно. Так, есть вот такое вот еще хп, то есть она хилится. Вот, без каких-либо проблем. Дальше, босса есть такая тоже способность откидать, как мы видим. Ну, все здесь банально просто, все по сюжету.
понятное дело, что мы победим. В дальнейшем мы по-любому упремся к по сюжетной линии, к тому, что проходить будет все сложнее и сложнее, и где-то мы упремся, что мы уже проходить, в принципе, уже не сможем. Все будет зависеть от того, какие у нас уже будут герои по редкости и по данжу, чтобы мы могли реально играть, проходить без каких-либо проблем. Ну вот, что нам выпало, нажимаем «Получить», «Получаем». Итак, сверху появился квест, нажимаем, в принципе, пока мест на гайд. Дальше нажимаем опять «Прокачать», выбираем кого. Так, сюда. Так, теперь это, как видим, то есть оно дало возможность нам прокачать по урону. То есть мы шмотку поставили, все отлично, все есть, теперь по квестам. То есть мы забираем вот такие вот различные золото, да, как мы видим, и проходим с вами дальше. Так, что у нас появилось еще? Здесь есть вот такая вот тема, тоже клеймим, забираем данные рубины. Также у нас есть... как, поскольку мы видим различные там энергия, есть там в ппшных режимах, крафты, комонки, шопы, магазины и так дальше. Но это, к этому всему мы еще дойдем, потому что еще много чего мы не сделали, как видим. Так, у нас свиток здесь нет, на этого тоже. Ну, теперь у нас уже три героя. Ну, проходим дальше. Также, ребят, мы можем их расставлять, есть вот в формате, мы нажимаем и можем здесь, в принципе, расставлять, как мы хотим, как мы видим и так далее, то есть, чтобы боевка уже была более удобной. Также у них есть, как видим, различные вот такие вот бусты, что, где, как, ну все, в принципе, начинаем данж и начинается опять боевка. Так, мы запускаем вот эту вот тему, напускаем его, что он может, все, так, теперь уже... продвигаемся еще чуть дальше. Итак, далее уже мага. В общем, проходим, самое главное, это нашу, как говорится, боевку, да. Также у них, как видим, есть вот такой вот крафт. Крафт различных шмота. Ну и здесь, как мы видим, что уже как выпадет. То есть, может ничего толком не выпасть по равности, а может выпасть что-то реально легендарное, рарное и так далее и тому подобное. Проходя вот эти вот все квесты, по максимуму стараемся забирать вот эти вот крафты, гайды, то есть прокачиваемся по максимуму, потому что постоянно будем упираться в то, что постоянно что-то не хватает, как мы видим. Так, сейчас я уменьшу здесь количество, так. Так, уменьшим, нужно будет прокачаться, и качать я буду в основном акцент делать на танка, потому как от танка зависит просто-напросто очень многое. Итак, level up. Так, мы, я надеюсь, что все-таки все получилось. Так, еще раз прокачались. Так, теперь попробуем еще прокачать. Есть так, контакт. Теперь качаем его. Так. И танка по максимуму. Итак, ребят, уже появилось, что можно получать и этих самых героев. И сейчас мы будем смотреть, что мне выпадет. Что-то нормальное или ненормальное. Ну, в общем, фигня. Туда же. Туда же. Вот. Мне интересно. Тоже. Я хотел бы по рарность хотя бы рарка, что выпало было бы. Ну, конец, ребята, выпала вот рарка. Одна единственная со всех вот этих вот, что я открывал, как мы видим. Ну что ж, уже хоть что-то, блин. Дальше будем тоже прокачиваться, смотреть, что нам тоже повыпадает. И будем дальше фармить. И таким вот образом, ребят, мы движемся еще плюс по лидерборду, развиваемся. И будет в дальнейшем нам в токенах заработок. И, естественно, мы сможем очень-очень хорошо все нафармить. Итак, как мы видим, вот так он выглядит у нас. Нужно его немножко прокачать. Точно так же, как из этого чувачка, так и всех остальных. Ну, в принципе, все. Спасибо всем за внимание. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал. Всем пока, всем хорошего профита.